Батюш, это заняло больше времени, чем я думала. Да, блин, знаете, сколько я 3 часа провозился, а вы не видели. Как ты сумел добраться сюда? Да, несколько раз умер. Так что, Ториэль, не возмущайся. Аллилуйя, это сохранение. Офигеть, наконец-то я не буду мучиться с этим мобстаблуком. Чувствую этот запах. Сюрприз! Это риска коричневый пирог. Я подумал, мы можем отпраздновать прибытие. Хочется, чтобы ты хорошо провел время отходить. Лежу улиточный пирог до вечера. Пройдем, у меня до тебя есть еще один комнат. Ну-ка, давайте почекаем тут все. Книги потрепанные, должно быть, их читали много раз. Внутри лежит старый календарь начала 20-х. Ну тут-то меня монстры не будут преследовать. Вот и он. Твоя собственная комната, я надеюсь, тебе понравится. Кто-то подгорает, но чувствую себя как дома. Ух ты, какая удобная. О, это что? Ну что, вы монстр-чары? Значит, эти классные игрушки, они совсем не интересны. Вам не интересны. В смысле, ну такие они милашки, я их хочу. Кровать. Там я понял, смотрел на эти красные игрушки. О, спать. Поспим немножко. Привет, пирожок. Днем. Пустая вторая рамка. Шкафчик. Нет, нельзя шкафчик. О, сундук, диск и обувь разных размеров. А, ну тут жили Азриэль и Чара. Сундук? Можно открыть? Вот мы поспали, теперь пора погулять. Цветок. Это что-то комната? Маленький стул Ториэль. Зовут Стуриэль. Стуриэль! Такое милое имя. Это в подземных растениях. Открыли последний. Рогас. Более известный под названием камыш. Возмутительно. Это ящик носками Ториэль. А, ну коза вообще носки носит. И он крупнее, чем... Ладно, как наглый ребенок, поводились все в ее гаражном белье. Теперь пора посмотреть, что тут. Комната на ремонте. А войти можно? Ладно, нельзя, ну так нельзя. Привет, расскажешь историю? Уже проснулся, дети? Будь учителем, хотя, возможно, ты не учитель, но тем не менее. Я рада, что ты теперь живешь. Ох, что ты хотел? В чем дело? Давай это выберем. Что? Теперь этот твой дом. Давайте это. Мне нужно кое-что сделать, побудь здесь. Нифига прикольная анимация. Но пока побудем, мы спустимся в подвал. Нет, я думал, с лестницы будет паркур. Там быстрее. Привет. Я пойду тогда, я не хочу проблем с Ториэль. Привет. А там говорят, типа, ой, дядя захотел домой. Нужно скорее достать бензопилу и разрезать, пока он не захотел куда-нибудь пойти. Ты хочешь узнать, вернулся домой, не так ли? Перед находится конец руин. А, нет, она не это обсуждала. Ну ладно. О, сейчас будет бой с Ториэль. Прям боюсь. Человек, что причастит? Снова и снова. Они проходят, они уходят, они умирают. Верните, он нас гор убьет тебя. Я же защищаю тебя, ты понимаешь, иди в свою комнату. Не-а, я хочу покинуть руины. Не пытайся меня остановить. Последнее предупреждение для тебя. Так, сильно хочешь уйти? Такой же, как и остальные. Есть только одно решение. Докажи. Докажи мне, что ты достаточно силен. Я не хочу с ней, я почти... Ладно. Такой атаки раньше не было. В смысле, я не помню такой атаки у Тори. Быстро, вещи. Давай, пирог. Он складывает хорошо здоровье. Ой, здрасте. Нет, никогда не будем битву ей. Ладно, сейчас закончу с ней битву и вернусь к вам. Господи, это очень страшно. Тори смотрит сквозь вас. Ладно, пошли.
сражайся или беги. Блин, а вот это сложно, блин, у меня нет. А она под намуха посносит его, это уже попроще. Что ты хочешь доказать? Ой, ребят, вот просто ой. Не нужна еда, ребят. О, да ладно, он передо мной прекратит. Stop it. Прикол, между мной раздвигаются вот эти штучки. Вообще не прекрати на меня так смотреть. Прикол, передо мной эти штучки раздвигаются, она помогает мне. Прикол, ребят. Уйди! Нет, я не выйду, Ториэль, я хочу пройти. Ой, спасибо тебе, Ториэль, прям вот от души. Ой, как грустно. Она всего лишь хочет меня защитить. Знаю, ты хочешь домой, но... Но, пожалуйста, иди наверх. Обещаю, что хорошо позабочусь о тебе. Знаю, у нас много не... Но у нас может быть хорошая жизнь тут. А, мне казалось, нужно долго прям вот нажимать. А ты прям очень довольно быстро. Почему ты все усложняешь? Пожалуйста, иди наверх. И грустно. Жалко, не правда ли? Я не могу спасти даже одного ребенка. Нет, я понимаю, ты просто будешь несчастлив. Руны становятся очень малы, как только ты начинаешь осваивать. Будет неправильно ли тебя расти? А мои ожидания, мои одиночества, мои страхи ради тебя, мое дитя, я додвину их назад. Если ты правда хочешь покинуть руины, я не буду тебя останавливать. Однако, когда ты уйдешь, пожалуйста, не возвращайся. Надеюсь, ты понимаешь. О, это слишком мило, чтобы комментировать. Прощай, мое дитя. Ай, нормально все. Стой. Двигаться? О, двигайся. Ну что? Вперед к Сансу. Санис, иди сюда. Топ. Нифига себе длинные руины. Топ. Мы идем. О, все, выход, да? Привет. Умно, очень умно. Думаешь, ты правда такой умный, да? В этом мире убей или будешь убить. Так значит, ты можешь играть на собственных правилах. Ты больше держишься на такого существа. И Фрогит, Плаксилот, Овощник, Глазастик, Мегаскоп, Межалтра. Как я ненавижу этих парней. Подумай об этих именах. Ты хоть понимаешь, что у этих монстров есть семьи? Ты хоть понимаешь, что у них есть друзья? Каждый из них мог оказаться чьей-то Тори. Чёртов эгоист. Из-за тебя еще кто-то мертв. Блин, а все, мы на геноцид проходим. Undertale. By Toby Fox. Снег. Идем. Сейчас Санс нам даст подушку-передушку. Кто-то идет за мной. Быстрее бежим. Кто там? Никого не вижу. Страшно. Санс, это ты? О, нет, не устраивай меня бэдтайм, пожалуйста. Человек. Неужели ты не знаешь, как встречать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Да. Старый трюк с подушкой в руке. Всегда смешно. Ладно, ты же человек, верно? Вот у Мура. Я Санс. Скелец. Где я сейчас я должен смотреть? Есть тут люди. Но, знаешь, меня это особо не волнует. Вот мой брат Папирус. Он человек-охотничий фанатик. Эй, вообще я думаю, что он вон так. У меня есть идея пройти через это подобие ворот. Мой брос сделал брусья слишком широким, чтобы хоть кого-то остановить. Быстро, за эту проходящую по форме лампу. Папирус, чукак, бро. Санс, ты знаешь, как чукак. Прошло 8 дней, ты до сих пор не...
откалибровал свои головоломки. Ты просто постоянно торчишь вне своего поста. Чем ты вообще занимаешься? Пялюсь на лампу. Очень клево. Хочешь взглянуть? Нет, у меня нет на это времени. Что, если человек придет сюда? Надо быть готов. Я сам избранным. Я должен стать избранным. Поймаю человека. Затем я великий папирус. Получу все, чего я действительно заслуживаю. Почтение, признание. Наконец, я смогу пройти за корабль сил стражи. Люди будут просить стать моим другом. Я буду купаться в дожде поцелуев каждое утро. Может, эта лампа поможет тебе? Сэнс, ты не помогаешь, ты лентяй. Все, что делаешь, ты сидишь и полежишь дурака. Ты становишься все ленивее с каждым днем. Эй, полегче, я выполнил тонну работы сегодня. Скелетонну. Потом тссс. Санс. Да брось, ты улыбаешься. Да, и мне это бесит. Эх, почему кто-то такой великий, как я, должен делать так многое, чтобы получить немного признания? Воу, звучит, как будто действительно работаешь с собой. До мозга костей. Потом тссс. Аг. Я займусь своими головоломками. А что насчет твоей работы? Займись ей уже. А позвоночь ее? Не-ха-ха-ха. Смешно. Чего? Он сказал. Ок, можешь уже выходить. Че? Поговорить можно? Тебе надо идти. Он может вернуться. А если не вернется, тебе придется услышать больше моих уморительных шуток. Давай-ка лучше помолись. Что вроде КПП и наблюдательного пункта. И бутылки кетчупа, горчицы и приправ внутри. Хотел бы себе такой ларек. Эй, хотя не хочу наведать, но мог бы отказать услугу. Я подумал, мой брат совсем приуныл в последнее время.